за 1600 евро в месяц, два раза в год 1000 евро бонус, отпускные приличные, все как положено. Бельгийцы работать не идут, потому что это слишком мало в нынешних условиях, когда инфляция самая большая за 40, а то и 50 лет, сумасшедшие цены, вот это все безумие искусственно созданное и накрученное. 1600 евро в месяц для бельгийцев — это не зарплата и не деньги. Простая работа, продавщицы в бутиках с обучением, интересные бутики, крутые, не могут найти себе работников уже много месяцев. По 100 писем рассылает каждый день агентство поиска персонала, ни одного ответа. Это к вопросу, какая зарплата должна быть в Бельгии для вас интересна, если вы ищете работу здесь. Вот 1600 – это очень-очень мало.